Қайырлы күн, құрметті қонақтар, қымбатты ата-аналар мен ұстаздар, аяулы оқушылар. Міне бүгін соңғы қоңырау күні де жетті. Сегодня школьный прозвучит звонок, который будет не совсем обычный. Прервется нить очереди привычной, когда урок сменялся на урок. Добрый день, дорогие гости, уважаемые родители и учителя учащиеся. Сегодняшняя торжественная линейка посвящена знаменательному событию в жизни выпускников нашей школы. Сегодня для учеников 11 класса прозвучит последний звонок. Қазіргі біздің мерекелік сап түзуге мектеп бітіруші түлектер шақырылады. Сегодня в нашей школе торжественный и волнующий сердца праздник. Праздник последнего звонка. Еще минута и появится. Слегка взволнованы и смущены герои дня, герои праздника, дорогие наши выпускники. Толкимыз, толкып тұрмыз баршамызда. Мұндай күн болған бәлкім бәрімізде. Қол соғып, қошеметті, көрсетейік, тілектер, келсінші ортамызға. Под ваши нескончаемые аплодисменты мы приглашаем выпускников 2020 года и их классного руководителя Ахметову Мирсулу Мукашевну. Жубай Алуар, добрый, справедливо, настойчиво в достижении поставленной цели, имеет отличные успехи в учебе, обладатель медали Алтынбелгі, призер городской олимпиады и школьников по математике, призер городских соревнований по волейболу. Жуков Денис, староста класса, активный, доброжелательный, имеет хорошие организаторские способности, занимался спортивным ориентированием, является призером городских соревнований по легкой атлетике, скалолазанию, волейболу. Газизов Марияр, доброжелатель, общительный юноша, любит музыку, обладает прекрасным голосом, является призером областных музыкальных конкурсов, имеет благодарности за активное участие в мероприятиях города и школы. Ни один праздник школы не проходит без его участия. Героев Альпина, открытая, общительная, целеустремленная, имеет хорошие знания по предметам, любит танцевать, призер областных и городских олимпиад по казахскому языку. Асимбаева Даяна, талантливая девушка, любит музыку, обладает прекрасным голосом, является призером республиканского конкурса популярной музыки «Планета детства», имеет благодарности за активное участие в мероприятиях города и школы. Пеканов Дмитрий, талантливый, обаятельный, целеустремленный, любит музыку, является обладателем гран-при международного музыкального конкурса «Салем Астана», номинации «Инструментальная музыка саксофон», увлекается информатикой и математикой, активно участвует в организации и проведении школьных мероприятий. Белова Виктория, обаятельная девушка с модельной внешностью, призер городских спортивных соревнований по легкой атлетике, любит читать художественную литературу. Бахтель Валерия, увлекается современными танцами, Валерия веселая, общительная, любит готовить. Ганченко Иван, скромный, трудолюбивый, хорошо учится, любит читать художественную литературу, хочет стать инженером. Дербич Мария, целеустремленная, доброжелательная, имеет хорошие организаторские способности. Именно Мария помогла провести день самоуправления в нашей школе, посещает Славянский центр и ведет кружок художественного слова. Барбарин Данин, любознательный, активный, трудолюбивый, справедливый, на высоком уровне владеет информационными технологиями, мечтает стать врачом. Егизбаева Жанар, любознательная, трудолюбивая, активно участвует в организации и проведении школьных мероприятий, любит танцевать и петь, имеет благодарность за активное участие в жизни школы. Коровицын Артем, интеллигентный, доброжелательный, много читает, увлекается информационными технологиями. Ишимова Сабина, жизнерадостная, приветливая, настойчивая в достижении поставленной цели, имеет хорошие знания по предметам, победитель городской олимпиады школьников по лингвистике, активно участвует в организации и проведении школьных праздников, имеет благодарность за активное участие в жизни школы. Носов Никита, обаятельный, коммуникабельный выпускник, любит танцевать, является призером городских соревнований по волейболу. Ишимова Снежана, скромная, ответственная, много читает, активно участвует в мероприятиях школы, призер городской олимпиады школьников по предмету «Человек, общество, право». Муса Адильбек, открытый, общительный, с развитым чувством юмора, любит спорт, является призером городских соревнований по волейболу. Кудайбергенова Дарина, веселая, общительная, трудолюбивая, хорошо поет, любит танцевать, не раз участвовала в организации школьных праздников, имеет благодарность за активное участие в жизни школы.
хочет стать архитектором. Умаров Дихан, общительный, трудолюбивый, посещал спортивную секцию по футболу, участвовал в республиканских турнирах, мечтает стать политологом. Лопатина Елена, взяла школьный коллектив в начале этого года. Елена трудолюбивая, добросовестная девушка. Активно участвует в организации проведения школьных мероприятий, любит танцевать. Мауль Дарья, скромная, трудолюбивая, исполнительная девушка. Хорошо учится, много читает, хочет стать фармацевтом. Угдина Даяна, скромная, обаятельная, мечтательная девушка. Любит читать художественную литературу, хорошо готовит. Слупикова Екатерина, старательная, прилежная ученица, ответственно относится к учебе, победитель городской олимпиады по биологии, активно участвует в организации проведения школьных мероприятий, имеет благодарности за активное участие в жизни школы. Ястребов Олег, искренне, доброжелательный человек, является призером городских соревнований по легкой атлетике, волейболу, хочет стать военным. Ястребова Наталья, нежная, открытая, добрая девушка, любит рисовать, хорошо танцует, активно участвует во всех мероприятиях школы, мечтает стать дизайнером. Тыңдаңыздар, Казахстан Республикасының мемлекет туы еңгізілсін. Государственного флага Республики Казахстан предоставляется претенденту Алтынберге Жубай Алла. Аяқталуына арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Есть у каждого детства свой адрес. С ним расставшись, ты станешь взрослей. И бродить твое детство останется в стенах старенькой школы твоей. Уведет вас все дальше дорога. Школьных лет не вернуть, не забыть. И хотим мы сегодня почетно ваше детство в путь проводить. Дорогие учителя, ученики, выпускники и родители, мы рады приветствовать на нашем школьном празднике уважаемого гостя. Слово для поздравления выпускников предоставляется директору школы Сачанову Асхату Тюлегеновичу. Здравствуйте. Құрметті түлектер, қадірлі ұстаздар мен ата-аналар. Сіздерде соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осыдан 10 жыл бұрын тарадай болып келген балаларымыз бүгін таудай болып
үлкен өмірге қадам басып тұр. Біз бәріміз білеміз, алдымызда үлкен сын күтіп тұр. Сол сынды абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың білікті маманы атауға тілектеспін. Уважаемые выпускники, дорогие родители, учителя, вот и наступил долгожданный день. Буквально вчера вы были учениками, сегодня вы выпускники, завтра студент. Многое хочется сказать о вашем выпуске, но в первую очередь хотелось бы пожелать вам счастья, здоровья, самое главное, мирного неба над головой. Попутного вам ветра. Сегодня вы покидаете стены нашей школы. Хочется отметить, что вы являетесь 60-м выпуском этой школы. Говоря в целом о выпуске и о каждом отдельно из вас, можно сказать много хороших, теплых слов. Огромное участие во всех соревнованиях, мероприятиях, предметных олимпиад, научных проектах говорит о большом круге интересов и активной жизненной позиции. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность всему педагогическому коллективу и вашим родителям за совместное участие в учебно-воспитательном процессе. Мы желаем вам счастья, здоровья, достигнуть всех поставленных целей, что все ваши мечты сбылись, что вы поступили в те вузы, куда вы планировали, что вы стали гражданами Республики Казахстан, там, где вы хотите проявить себя как личность, чтобы мы всегда вами гордились. Ведь немало труда, работы вложено в вас педагогическим коллективом и вашими родителями. Мы с уверенностью говорим, что мы будем гордиться вами. Мы верим в вас. Счастья вам, здоровья, попутного ветра. Yeah.
деген ұлы есім, өмір деген шыға алмас шын болса егер, теңер едім сол шыңның шынарына, баланы білімге ағалғаш жетеледің. Кім білсін еткен еңбек өтелерін, ұрпақты ұлылыққа ұғындырып, талап тамған жолдармен төтеледің. Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков, из теплых маминых рук учитель взял твою руку. С напутственным словом обращаются ваши первые учителя Захарова Инга Алексеевна, Урманшинова Батима Кайруловна. Дорогая школа, в которой я проработал 15 лет. Ну и, конечно, здравствуйте, мои взрослые дети. Кажется, только вчера я встречала вас на пороге этой школы такими маленькими мальчишками и девчонками, такими смешными, неуклюжими и капризными. Быстро пролетело 11 долгих лет, и сегодня в такой радостный и грустный день вы стоите на пороге взрослой жизни. Какая она будет, зависит только от вас. Мы на протяжении долгих 11 лет старались вложить в ваши сердца самое лучшее. Вся жизнь – выбор, и только вам решать, какой она будет. Скоро вам придется сдавать ЕНТ. Я хочу вам пожелать спокойствия на экзаменах, уверенности в своих силах, уверенности в своих знаниях, уверенности в себе и удачи. Пусть ваши ответы будут умными и грамотными, а баллы – высокими. Пусть результаты ЕНТ принесут вам удовлетворение, вашим родителям радость, а нам, учителям, возможность вами гордиться. Помните, что ваши успехи – это наши успехи. Ваши неудачи – это наши неудачи. Пусть удач будет много-много, а неудач совсем не будет. С учениками совсем недавно мы читали известную сказку «Прекрасной лебеди». Смотрю на вас и вижу перед собой не маленьких утят, а прекрасных лебедей. Летите высоко и красиво, а мы, ваши учителя, будем смотреть на вас и радоваться, какие вы умные и красивые. Добрый путь, мои дорогие взрослые дети. С праздником всем, дорогие уважаемые учителя, уважаемые родители. Пусть наши дети принесут только нам радость и счастье. Добрый путь, дорогие ребята, все выпускники 14-й школы. Добрый день, дорогие выпускники, уважаемые родители, коллеги, учителя. Очень приятно сегодня находиться здесь вместе с вами и провожать наших выпускников во взрослую жизнь. Вас, бывших первоклассников моих, сегодня с выпуском я поздравляю. Смотрю на вас, красивых, молодых, глаза испуганные ваши вспоминая. Желаю в жизни новое счастье вам. Пусть будут всюду вам открыты двери. Достигните вершин и целей вы. В победы ваши искренней вере. Я желаю, чтобы все выпускники школы 14-2020 года достигли своих целей, поступили в те высшие учебные заведения, куда планировали, и учились очень хорошо, и все знания им пригодились в их дальнейшей жизни. И у вас на протяжении всей жизни была только удача, и счастье сопутствовало вас во всем. С праздником, дорогие выпускники!
Музыкальную композицию «Take Five» на саксофоне исполняет Китанов Дмитрий. Құттықтау сөз кезегі сынып жетекшісіне Ахметова Менсұлу Мукашевнаға беріледі. Дорогие мои, любимые, талантливые дети, я поздравляю вас с окончанием основной школы. Желаю вам успеха, счастья, исполнения всех ваших заветных желаний. Пусть в вашей жизни будет только добрые, хорошие люди встречаются у вас на пути. Пусть только рядом с вами будут любящие вас родные и близкие друзья. Я хочу вам пожелать, чтобы вы нашли в своей жизни любимую работу. Обязательно нашли любимого человека, создали счастливую семью. Пусть ваша жизнь будет яркой, радостной и успешной. В добрый путь, мои дорогие выпускники! Как птица вспыхнула,
вам в глаза заглянула белая сирень. Мамаша, словно птица, последний школьный день, он прошлое умчится. А мы сейчас идем со школьного крылечка, лишь детскую мечту возьмем с собой навечно. Школьная парта, цветет и тетрадка, взгляд на соседку и лишку украдка. Здесь мы учились, влюблялись, дружили, над чем-то смеялись, о чем-то грустили. Белая сирень, мамаша, словно птица, последний школьный день, он прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка, лишь детскую мечту возьмем с собой навечно. Вот и закончим урок ваш последний. Все, что учили, возьмешь без сомнения. В новую жизнь мы с тобою так просто. Детство умчалось, и ты стала взрослой. Белая сирень, мамаша, словно птица. Последний школьный день, он прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка, лишь детскую мечту возьмем с собой навечно. Лишь детскую мечту возьмем с собой навечно. Нашего праздника – вручение аттестатов выпускникам 2020 года. Право вручить аттестаты в первых номинациях предоставляется директору школы Сачанову Асхату Тюлюгеновичу, обладателю Алтынбелге Жубай Алуа. Номинация «Умники и умницы». На получение аттестата приглашаются Ешимова Сабина, Китанов Дмитрий, лучшие из лучших. Для получения аттестата приглашаются Яров Альбина, Газизов Мадияр, Сергей
Кузбаева Жанар. Асембаева Даяна. Номинация «За успехи в спорте». Для получения аттестата приглашаются Жуков Денис. Носов Никита. Муса Адильбек. Номинация «Творчество и талант». Для получения аттестата приглашаются Ястребова Наталья, Кудайбергенова Дарина, Лопатина Елена. Номинация «Надежда и опора». Для получения аттестата приглашаются Коровицын Артем. Бахтин Валерия. Гальченко Иван. Родителям не дано предугадать, что ожидает их детей на этом свете. Но каждый отец и мать желают только счастья детям. Тем, кто прощается со школой, тем, о ком шумит молва, шагнув на юность сыновьям и дочерям, пришли родные и близкие, чтобы сказать напутствие слова. Запоминаю своими словами, все от души. Вот вы уже и получили свои аттестаты, значит, уже сегодня мы прощаемся с Машей маленькой, с нашей уютной школой. Не хочу говорить о необычности этого года, а
намекнул, что не будет выпускного. Все закончилось, закончилось хорошо, и сегодня у нас праздник. Хочу обратиться к нашим любимым учителям. Низкий вам поклон за ваше терпение, умение, за то, что вы любили наших детей и были и мудрыми наставниками. Большое-большое вам спасибо. Дорогие дети, вот и прошли 11 лет, сколько бы всего в них не было. Мне вообще кажется, что прошел всего один год, что вы еще все те же наши малыши, которые еще вчера с бантиками и галстучками бежали в школу, в первый класс, а сегодня вы уже пришли на свой последний звонок. Но для нас, для родителей, вы все равно остаетесь самыми лучшими на земле, самыми любимыми детками, только немножко повзрослевшими. Пусть навсегда в вашей памяти останутся только самые лучшие воспоминания о школе. Вам уже много всего пожелали, я вам желаю просто быть счастливыми, быть здоровыми. Пусть в вашей жизни сбудется все, о чем вы мечтаете. Поздравляю вас с последним звонком.
Бүлдіршінде, өздерін бей саны болған біз. Шақ ашқан алтын ұя ордамыз. Сол бір сәттер енді қайтып келер ме? Балалығым бір өзіңді қимаймыз. Алтын ұя мектебім мен аяулы. Ұстаздарым өздеріңді қимаймыз. Қош енді балалығым, балдамын. Мен өзіңді ғұмыр бойы аңсаймын. Отзвенели школьными звонками, 11 лет уроками прошли. С той поры, как стали вы учениками, а сегодня вы выпускники. Ұстаздық сүйіп қалап таңдаса, өнегесін жас ұрпаққа арнаса, нағыз ұстаз міне осы дер едім, қиылы мен қызығына қонбаса. Дорогие выпускники, наверное, ваше состояние сейчас невозможно передать словами. Вас переполняют разные чувства, но мы знаем точно, они искренне, и нам действительно жаль, что вы уходите. И для вас звучит сейчас ваш последний школьный вальс. Tell me what's happening. I know something's wrong. I can tell when you lie. I can tell you stop trying. And these last 3 weeks passed and we barely talked. I think I know, and it's breaking my heart. Am I in or am I out? Can I love you?
прекрасная традиция. Ученики вручают учителям цветы. В этот миг светлеют ваши лица, в этот миг осознаете вы. Шырылдатып қоңырау, шақырасын мектебім, шапқылаған шарқ ұрып, сен де досым көп менің, ыстық ия мектебім. Пусть колокольчик серебристый вам песню детства пропоет, это вам новым и искристым вас будущее позовет. Наступает самая радостная и торжественная минута. Сейчас для вас, выпускники, прозвенит звонок. Этот звонок особенный, он не похож ни на один ранее звучавший. Пусть его звон сохранится в ваших сердцах, как звон детства, школьной дружбы и добрых, хороших воспоминаний об этом дне. Право дать последний звонок предоставляется ученикам 11 класса, призеру областных и городских олимпиад, герою Фальбини и старости класса, активисту, спортсмену Жукову Денису. Шарик
несется в полет, вроде что-то такого. Отпустить навсегда беспокойную нить, до свидания, любимая школа. Обещаем тебя не забыть, не забыть никогда силу доброго слова. Как учились мечтать, как мечтали любить, до свидания, любимая моя школа. Обещаем тебя не забыть. Ұшырады мектебін өз қолыңнан, көріне бір ғылымының сан қырынан, қайран мынау қазақтың ұлы ғой деп, көріне бір тұрғыдан биік шыңнан, қоштасады алтын ұя мектебін, маңдайынан сипап өтер көктемін, сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін. Школа вас провожая, доброй дороги желает. Светлой, счастливой судьбы смотрит с надеждой и верит в то, что, закрыв ее двери, сможете в жизни себя вы найти. Құрметті қауым, соңғы қоңырау салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Торжественная линейка, посвященная последнему звонку, объявляется закрытой.